лишь прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Тема «Мы живем в России». У нас совсем недавно была тема «Моя родина». Да? Теперь тема «Мы живем в России». В огромной стране, в которой есть все. И покрытые льдами моря. И освещенные, согретые солнцем берега. И горы исполины. И леса, и степи. И множество городов с удивительной архитектурой, в которой живут люди, создавшие прекрасную музыку, написавшие много великолепных стихов, книг, романов. То есть мы такие счастливые люди, мы живем в такой замечательной стране. И вот об этом сегодня мы будем говорить. Мы живем в России. Вам первое слово, Николай Петрович. Ну давайте я начну. Ну давайте действительно подумаем. Где еще есть или была такая страна, как наша Россия? Необъятная, богатая. Чего только в ней нет, кого только в ней нет. Но мне пришлось все-таки прослужить долго, 31 год. Мотаться пришлось и по России, и по остальным. Я удивлен. Ну, удивительнейшая страна. Возьмите Сибирь. Это же такое богатство. А сколько еще не разведано? Так ведь? Еще впереди. А Северный морской путь? А сколько там еще не разведано? Нигде в мире такого нет. Поэтому мы гордимся, что мы живем в России. И вот я хочу песни, чтобы послушали. Они мне очень понравились. Вот первую песню включите. Сейчас, секундочку. Ага. Чуть охрипший гудок парохода уплывает таежную тьму. Две девчонки танцуют, танцуют на палубе, звезды с неба летят на корму. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре Пангаре, Пангаре. Навстречу утренней заре Пангаре. Верят девочки в трудное счастье, не спугнет их ни дождь, ни пурга. Ведь не зря звезды под ноги падают, падают, и любуется ими тайга. Река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре Пангаре, Пангаре. Навстречу утренней заре Пангаре. Будут новые плыть пароходы, будут годы друг друга сменять. Но всегда две девчонки, девчонки на палубе под баян будут вальс танцевать. А река бежит, зовет куда-то, плывут сибирские девчата. Навстречу утренней заре Пангаре, Пангаре. Навстречу утренней заре Пангаре. А теперь давайте следующую, Марина. В дальней дымке
тропинке тростник омывает волна, бьет там вечный родник, катит звезды со дна. Над ручьем на поля, а вокруг ковыли необъятная степь оренбургской земли. Над ручьем на поля, а вокруг ковыли необъятная степь оренбургской земли. Из того родника набираются сил, из Акмара река и Урал исполин. Над ручьем тополя, а вокруг ковыли необъятная степь оренбургской земли. Жаркого дня подойду к тростнику, у зеленых концов припаду к роднику. Над ручьем тополя, а вокруг ковыли необъятная степь оренбургской земли. Над ручьем тополя, вокруг ковыли необъятная степь оренбургской земли. Как я могу забыть родину, правда? Вот эту вот степь. Вы понимаете, 15 лет я там только прожил. Ну, от рождения за 15 лет, потом ушел учиться в армию и так дальше. Но это осталось навсегда. Вот я два раза в этой степи блудил. Ночью, в снегу и так дальше. Мог замерзнуть. Встречался с волками. Вот так вот, прям рядом, два волка. На меня смотрели и меня не тронули. Я им на всю жизнь благодарен. Почему они меня не тронули? Невкусные. Я не знаю. Теперь возьмите, вот станция, куда я ходил всегда пешком, каждую неделю, 18 километров туда и обратно, там рядом была Сенькина гора. Сенькина – это Степана Разина гора. У этой горы родник, вот я зря не взял, такой чудесный родник. И этот родник вот землей пробил пещеру 6 километров, сделал большую-большую тоннель. И возле нашей деревни выход. Рассказывают, ну как, в предании осталось, что Степан Разин зимовал там, в этой тоннели. И что там сейчас до сих пор лежат его богатства. Ну, многие наши пацаны пытались туда пойти, но там воздуха нет. И чтобы никто не погиб в этой тоннели, его вход забетонировали. И на горе, и возле нашей деревни. Никого туда не пускают до сих пор. Вот какая богатая наша степь. Ну вот, что я хотел сказать. Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить тот факт, что России не было без русского народа. Ведь какой должны быть люди, которые эту красоту не только будут беречь, но и будут приумножать. А русский народ, как мы знаем, он народ особенный. Все народы особенные. Он это наш народ, который должен ценить. Культуру помните. Русский народ. За подвиги древних героев, забыв о смятениях былых, вздымалась народная воля, рождая горящий порыв. Единая мысль святая, стоять с других до конца, над краем старинным витая, будила живые сердца.
и бой, каждый раз как последний. Друг с другом нас всех единил, и старший, и младший, и средний в огнях закалялись горнил. Я верю, что даже сегодня мы встанем за правду смелей, и честь и тугие поводья пробудет нас в душах людей. Так было всегда, и так будет. Пусть даже и вечность пройдет, Россию ничто не погубит, не сломит наш русский народ. Россия – это еще и наша малая родина. У каждого она своя. У меня это Тула. В Туле я родился, в Туле я прожил практически всю свою жизнь. Вот я очень люблю Тулу. У меня есть стихотворение, которое я написал недавно. «Но сегодня над Тулой дожди». Пусть оно получилось немного грустно, все-таки это был конец осени прошлого года, но, тем не менее, Тула даже осень прекрасна. И осень, она вдохновляет, мне кажется, порой на самые красивые стихи. Город замер, увяз в мираже, и небеса растворились мазки, и погасли огни до кожи от холодной извечной тоски. Цепь времен на эпохи деля, ветер Тулу сразил наповал. Многоцветие у башен Кремля дождь осенний до марта прогнал. На проспекте библейский поток, серость туч расползается вширь, и таится во тьме телескоп, как в лесу одинокий снеги, как музей, что закрыт на засов. До зеленых и лучших времен не осталось под ливнем следов от того, кто уже не влюблен. Стук шагов, где не ходит толпа, а деревья скрипят в полусне, комсомольского парка листва вдруг напомнит о теплой весне. Та раскрасит, исполнит, взойдет вереницей сверкающих крыш и раскроет всем дням наперед то, что сердцем одни ощутишь. И подснежнику старый упыль, что опять никуда не спешит, разукрасит полоску тропы, словно кварц и зеленый нефрит. Но сегодня над Тулой дожди, режет лужи знакомый трамвай, и все то, что уже позади, он увозит до сумрачного края. Хотелось бы добавить немного оттенков лета, чтобы сбалансировать мое стихотворение. Черноморский берег. Тоже Россия. И тоже, я думаю, что все там хоть раз были. Берег, пена, у обрыва слышен шепот волн. Черноморский берег Крыма, тень от колонн. Растворился под прибоем гавань, причал. Берег стал на чист спокоен, мир наш замолчал. Потускнели стрелолисты, водный мир затих. Ветер сделал небо чистым, пусть всего на миг. В тишине туман по склону, тихий сад слез. И зажглось под вечер новый кружево небес. Отразились водной глади звездные огни. Озарили тени прядей берегов вдали. Путь туда порос велюр дикой травой. Долгий день тяжелый хмурый смоет пусть прибой. Пусть излечит души наши холод летних скал. Ночь пройдет и станет старше сумрачный причал. Время свалит камень жесткий, пыль сотрет прилив. Станет берег черноморский снова начать. Вот, я думаю, что сегодня людей у нас много, я не буду долго задерживать, так что уступаю место третьему. Я себя не мыслю без России, без ее берез и тополей. Без ее не выплат России, без ее заснеженных полей, без ее работника и бога, чего не особо лишь, без ее и сильно и плохо, без ее пророческой души.
себя не мыслю без России. Без родной зимы, где все мое, где легла мне на сердце впервые песня колыбельная ее. Без ее нет и сказок вещи, горных ветров горьких, как полынь. Ее преображенных женщин из известных сошел богинь. Пусть ее железный комиссар, парный чистый снеустан, пусть ее космических рекордов, я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей. Я себя не мыслю без России, без ее любви и без моей. Ну, если брать, конечно, в целом всю Россию, конечно, это любимая наша, что сказать, родился, мне иногда, я водитель автобуса городского, и 25 лет я по городу катаюсь, технический термин пассажиры. Для меня это мой родной народ. Это такой пласт для творчества огромный. Потому что я всегда, конечно, общаюсь, может быть, это как-то нестандартно, может быть, это инструкциям противоречит. Но дело в том, что ну, общаться всегда можно. Во-первых, когда все улыбнулись все вместе в салоне автобуса, улыбка, она поддерживается моментально таким мощным порывом, лучом, так сказать. Все выходят уже довольные, радостные, это же здорово. И иногда меня спрашивают, а где ты родился? Я в совместное производство, папа Тула, мама Кострома. Здесь спроектировали на берегу Дона, Донской. Приехал, значит, в Кострому, там вылез от мамки, как глянул, ого, километров 70-90 до того места, где совершил свой подвиг Иван Сусанин. Болото, лешие, кикиморы, вся русская, вот это естество, которое изначально, вот оно, как губка, вот вы говорили 15 лет в Оренбурге, как губка впитал до 7-летнего возраста, впитал вот это все русского народа истинную, вот эту доброту, самоотверженность, героизм, ну и все, это потому что воспитание. И да, действительно был Советский Союз, в котором последовательно шло, была царская Россия, как они почему-то так поступили, не знаю, это не нам судить. Потом Советский Союз, у нас воспитывали бабушки, дедушки, которые были, наследовали род весь свой, они несли, а нам передавали. Там впитал, приехал в Тулу, а здесь самоотверженный, суровый народ, который непобедимый такой. И это все в совокупности получилось, и внутренний коктейль какой внутри, правда, что все-таки и Кострома, подвиг Ивана Сусанина, по бабушкиной линии были у меня, значит, бабушка, одна дочка костромских лесопромышленников, Волковых династия. До 14 года училась за границей, Первая мировая началась, приехала сюда. 1917-й, революция, она выходит без замуж, без благословения за бедняка. Ее сразу все-таки лесопромышленники, у них забрали лесопромышленное все. Ну и потом их назначили, конечно, потом они управляли всем. Она вышла за бедняка, этот бедняк, бедняк становится председателем колхоза. До войны он председатель колхоза Виноградов, Виноградов Александр Георгиевич. Погиб в 1945 году в Прибалтике, к
командир пулеметной роты, коммунист, он все время шел, его чуть в штрафную роту не отправили. Коммунисты у нас всегда были впереди, потому что да, за народ, за правду все. И вот я, что православное, что коммунистическое, это вот здесь все рядом. Я вот написал, может, сейчас немножко отступление, стихотворение. Дедов своих не видел и не знал, и в руках у них счастливый не сидел. О них пишет родители, слыхал, про них лишь в день победы песни пел. Чтоб нам с тобою встретить здесь рассвет, они остались вдалеке, навеки, там. И 45-го летит ко мне привет, мы жизнь отдали, чтоб жилось вам. Не видел их, но к ним любовь храню, одним лишь верным в моей жизни маякам, кто за отчизну голову сложил, к тем, кто беречь ее оставил нам. Мне трудно эту ношу, брат, нести, с годами тяжелее все она, но радует, что светится в ночи загадочная русская душа. А по папиной линии, по папиной Синяковы, Сокольники, деревни Сокольники, Тульская область, ну, где Донской, оттуда все. Бабушка до войны работала в Одессе гувернанткой, знала иностранные языки, фортепиано. Познакомилась с кубанским казаком. Приехали сюда, но я только знаю про него, Павел Синяков. Ну, фамилия правильная, Синяков. Паспорт выдавали, там то ли папе ему рассказал, и в паспорт на столе написали Синяков, а так Синяковы. Потом у меня родственники-то были, они сейчас в Краснодарском крае живут. Сестры, когда в 2011 году был конкурс «Народный водитель» в Туле, 2011, среди водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, автолайнов, «Аргументы и факты» газета проводила и муниципальные предприятия. Но вот тулики, первое место мне так, народного водителя, есть народный артист, а есть народный водитель. Но мне это, я им сказал, что я отработаю, я стараюсь, конечно. Ну вот стихотворение одно про Тулу, конечно, читаю. Ну как стихотворение? Я на гармошке играю, на гитаре. Я думаю, фортепиано, аккордеон, баян, три гармошки, две гитары. Ну, я старался, чтобы ребят, которые из детского дома воспитали с женой шестерых, сыну, а пятеро из детдома их. Я старался, чтобы у меня музыкальная была семья. И вот я говорю, что маленький сервис, у меня там у них течет кровь русская, украинская, кубанских казаков, немецкая, армянская, грузинская. Ну, в общем, все, мы не националисты, мы просто русский народ, который, как старший брат рядом в России, все народы рядом собирают, и нас не заставишь. Мы знаем, когда выступить на защиту всего этого, а остальное все время в мире держим. Про Тулу, ну как не любить Тулу? Я ездил, конечно, малая родина, Кострома, тянет туда, приезжаю, ну все, не могу, в Тулу, все. Кулебан, у меня дом в 93-м году мы начинали монастырь строить. Я один из первых был, конечно, правой рукой был матушке Ефросинья, Царство Небесное. Вот. И, так сказать, наше вольное казачество уже в 93-м году приступило, один из казаков, представитель был, слава Богу, я постанавливал, ну, 30 лет в этом году, будет 16 июля, в день памяти. Вот. И я уезжаю в Кулебаново, я не могу, мне в Тулу, и мне хочется в деревне побыть, да, где-то что-то стихи. А стихи у меня здесь рождаются, именно когда я вот со своим народом за рулем еду, я просто художник, от народа тех, а с них все осталось. Рисовать мне некогда, реставрацию, правда, проходил два раза в Венерсоломском, еще батюшка Вячеслава Бухгалова на реставрацию проводили. Ну, как художник, я вот вижу все вокруг, я даже заставляю пассажиров так, я сейчас вас везу на работу, вы то, что мысли свои откиньте, что вы спешите на работу, смотрите, наблюдайте, когда снег идет, когда осень, где вот эти. Смотрите, как он, потому что нам некогда, иногда мы проходим мимо места какого-то, а действительно, там такая красота прекрасная, мы не видим. Вы думаете не о работе. Я говорю, это моя задача довести вас до рабочего места. А вы наблюдаете, любуйтесь нашим родным городом, городом Тулой. Ну вот, значит, думаю, что такое добрый вечер, Москва есть. А добрый вечер, Тулы нет. Ну, сейчас можно было бы озвучить, может, в следующий раз. А я стихи вам зачитаю. Потому что некоторые вот моменты рождались, вот, например, ну, Серебрица играет в течение реки. Приезжаю от площадочки в сторону Дзержинского. Вечер, действительно, чуть-чуть. Серебрица играет в УПА.
Но свет дает как будто серебро, вот так, я в общем-то считаю. Написал песню, а девчонка, оказывается, она и Гнесинку закончила, я пассажирам иногда говорю, кто желает там музыку, если ее подпевайте. Она запела, я смотрю голос, я записываю адреса, телефоны, чтобы турские девчонки и ребята озвучили песни. Вот песня, значит, я написал «Добрый вечер, Тула». Прикоснется в душе добротой тихий ласковый вечер и согреет теплом оружейной столицы огни. Ты огнями, как нашей любовью сердечной, подсвечен. Мы к тебе, милый город, любовь эту нежно храним. На проспектах каштаны зажгут свои белые свечи, на упе серебрится, играя течение реки, и любовью напомнят, наполнят желанные милые встречи в своем сердце родные мои трюки. Добрый вечер, город славных оружейников, добрый вечер, самоварная страна, родина медовых тульских пряников и гармонии, что как золото цена. Добрый вечер, моя тула, дорогая, по-моему, что-то. Добрый вечер, дорогие трюки. Доброго здоровья всем желаем, будьте счастливы, родные земляки. Ты старинный, но так же, как раньше, красив, как молод. Труд твоих мастеров воссиял и застыл над Невой. И как прежде здесь Петр Великий в руках держит молот, взгляд свой вдаль устремив, любуясь вечерней тупой. Прикоснется к душе добротой тихий ласковый вечер и согреет теплом оружейной столицы огни. Ты огнями, как нашей любовью сердечной подсвечен. Мы к тебе, милый город, любовь эту нежно храним. Ну вот как-то вот так же получилось. Спасибо вам большое. Да не за что. И еще можно продолжить еще один момент, конечно. Это вот тоже видам. Я вот это стихотворение зачитываю, но на сегодняшний момент почему-то стало очень актуальным. Отгремели бои той великой, той жестокой и страшной войны. Почему же вы домой не вернулись, нашей русской отчизны сыны? Ведь вас дома так долго ждали жены, матери, сыновья, и береза, где вы влюблялись, что стоите сейчас у ручья. Нам так сильно вас не хватает, и мы ждем вас так много лет. Ваши правнуки подрастают, и меня называют дед. С нами рядом вас нет, но не бойтесь, мы сумеем за Русь постоять. Разве в мире найдется сила, чтоб сумела Россию сама обижать? Тут как-то класс, спасибо за тема сегодня у нас, конечно, душещипательная Россия. Россия, сколько в это слово исконно русского влилось. Мне с детских лет оно знакомо, строкою в сердце отдалось. Я рождена в стране советов, СССР взрастил меня. Я и сейчас верна заветам, жить чувства добрые храня. И хоть украинские корни и ласки сивого Днепра, но Угорёвск с Донбасской штольей искрит сегодня во двора. И славя в строках Днепр и Волгу, Днепродзержинский, Тульский край, я по утрам прошу у Бога, чтоб был для всех наш нежный май. Люблю я Тулу, люблю я Тулу за ее аллеи, за нежность белоствольную берез, люблю Упу, и летом хоть мелеет, прощаю ей природный сей курьез. Люблю пруды у паркового ряда. Там ива, разыгравшись у воды, бросает притягательные взгляды на зелень и цветение череды. Люблю Кремля оранжевую кладку, дурманящие запахи травы, плывущим облакам машу украдкой, смотря на горизонты синевы. Я так люблю с утра бродить у дома, читать волной робкие стихи. Меня бодрит прохладная истома. Танцую вальс вновь с музой у ольхи. По-турски толку. Я восхищаюсь силой танка. Лесные тернии пробил, отдал себя он без остатка, напел героики мотив. Вот так и мы по тульским тропам, как данка, движемся вперед. Не страшен нами вражий ропот, мы русский праведный народ. Страну свою, да, защитили. И в 45-м мы году такую радость ощутили, подняв победную звезду. И вспоминая всех, кто отдал той страшной схватке жизнь свою, тому, кто флаг победы поднял, в своих я строках гимн пою. Еще
читала одно стихотворение, я побывала в парке «Патриот», и родилось вот такое стихотворение. Парк «Патриот» раскрывает объятия, шире строений ласкает мой взгляд. В это тревожное время понятен тульской брони усмиряющий ряд. Вновь на душе и легко, и покойно, есть и защита такая у нас. Вспомнили строки поэта невольно, что защитим мы страну в трудный час. Станем все вместе, расправивши плечи, в наши дома нет, не впустим фашизм. Пусть слышит мир эти страстные речи, воспринимает и патриотизм. Наша страна созидает и крепнет, строит заводы, дома, города. Свет русских звезд никогда не померкнет, будет светить ярко-ярко всегда. Браво! Наш великий поэт сказал когда-то, что не хотел бы видеть никакой другой истории и иметь никакой другой истории, кроме той истории, которую дала ему Россия. Мы живем в древнем городе, вокруг нас древние стены Кремля, замечательный Кремль наш, замечательные соборы, которые стоят в нем. Вокруг нас тоже города, Ярославль, Кострома та же, Вологда, Владимир, где стоят великолепные архитектурные сооружения, стоят невероятно, 10-12 веков. И мы путешествуем по России, да, мы смотрим, где что есть интересное, побывать, посмотреть рядом с такими вот местами, рядом с такими храмами, чувствуешь себя, ну, невероятно, что это создали твои предки, что все это для тебя, что все это как будто озаряет твою жизнь. Позволю себе 2 минуты вашего внимания, небольшой видеофильм. Я очень люблю ездить во Владимирские места, где стоят необыкновенные церкви 12 века, еще до монгольских времен. И там стоит церковь Покрова на Нерли, я думаю, вы все слышали о ней, которую называют белой лебедью русской архитектуры. Мне кажется, как цветок выросла, вот выросла. Я ездила там много раз, но у меня не было тогда фотоаппарата. И я столько раз видела изображения всех этих замечательных Дмитриевского собора, Покрова на Нерли, Успенского собора, в видеофильмах, в фотографиях. Я забыла, как я видела своими глазами. И вот, наконец, я своими глазами увидела эту красоту, да, и позволила себе сделать фотографии, но их так много, и сделала небольшой видеофильм себе и своей подруге. Ну, мы там будем, конечно, присутствовать с ней, но самое главное, что там будет, конечно, эти великолепные церкви, вот это гордость земли русской, гордость нашего народа, что он создал такие сокровища для всех, для нас и для всего человечества. Thank you.
просил непременно после музыки. Да, пожалуйста. Так, тему нашу. Мы живем в России, нет земли красивей. Здесь наш край любимый, здесь наш дом родимый. И любовь к отчизне свята в нашей жизни. И сегодня снова нужно воевать, в бой идти суровый, родину спасать. Защитим свободу, победим врага, нашему народу правда дорога. И пусть Запад вспомнит прошлую войну, как советский воин отстоял страну. Свято верим, знаем, нас победа ждет. Смело наступаем и идем вперед. Запад, жди паденья, расплата к вам придет. За все преступления вам предъявим счет. Браво! Спасибо большое. А, ты что за делись? Это нет. А, другой я тут сказала. Я буквально написала это. Ну, раз тема, мы живем в России. Вот как Николай Юрьевич позвонил. Ну, 3 дня, может, я над ним работала. Его надо сначала написать, потом отредактировать. Вот. А второе стихотворение. Когда-то вот я путешествовала. Москва, Астрахань, по Волге. И вот есть такое стихотворение, оно тоже наша Россия, пол России, это вот просто сейчас скажу, потом прочитаю. На мой взгляд, каждый русский человек должен на теплоходе от Москвы до Астрахани проплыть. Это здорово, это ни с чем не сравнимо, хорошо? От Киева до Николаева. Так и называется «Путешествие по Волге». Теплоход отошел от причала и дает прощальный гудок. Встречи с Волгой мы ждем, но сначала через шлюзы входим в поток. Величаво течет наша Волга, и красивы ее берега. Любоваться мы будем долго, в седой Каспий впадает река. Теплоход наш идет неспешно, за собой оставляя след. Ветерок обнимает нежно, новый день ярким солнцем согрет. Не напрасно тебя наша Волга народ матушкою зовет. По России течешь долго-долго, и вода твоя жизнь дает. Твой торговый путь, сухопутный, судоходный, простите, не вижу, судоходный, всем известный с древних времен. Богата рыбой твой мир подводный, нефть и газ еще достаем. Ярославль, Кострома, Чебоксары, Нижний Новгород и Волгоград, этот город военной славы, все они на Волге стоят. И Казань, и Саратов известный, и Самару мы знаем все, их истории интересны. Вот и Астрахань в древней красе. В дельте Волги есть заповедник, где прекрасный лотос цветет. Дух природы, здесь он проповедник, и богатство свои стережет. Кто хоть раз побывал на Волге, не забудет ее никогда. От истока до устья путь долгий. Волга – славная наша река. Сначала хотела читать Россию, а потом что-то вот вы заговорили про гармошку, я вспомнила стихотворение «Русская гармошка». Считаю, ну, для России это один из ее символов. На войну с гармошками шли на свой парад. Вот сейчас я вам прочитаю. С песнями. С песнями. Радость была. Ну и все. Сейчас музей Белгорода. Конечно, музей Белгорода. Да. Вот. С детства помню песни под гармошку, когда все за праздничным столом дружно пели и про путь-дорожку, и про то, что степь да степь кругом, про золотые горы и отраду, что живет в высоком терему. Песни под гармошку, как награду, с детства в своем сердце берегу. И военных песен было много,
с ними и война прошла войну. До Берлина довела ее дорога, помогала и она спасти страну. И в победном марше зазвучала с новой силой русская гармонь. И весну с надеждою встречала и дарила всем любви огонь. Русская гармонь – душа России, вместе с нею веселее жить. В ней сокрыта для народа сила. Будем вечно мы гармонь любить. Вновь звучит гармошка, распахнись, душа, переливы звонкие льются не спеша. Кто-то под цыганочку с выходом идет, кто-то о любви страдания поет. Oh, boy.
речкой поцелуй меня. Вот, представьте карту России и стихотворение про нее. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, вся в черных обручах меридиану, непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в твоей руке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что осталось вдалеке, ты вспоминаешь не страну большую, которую съездил и узнал, ты вспоминаешь родину, такую, какой ее ты в детстве увидал. Клочок земли, припавший к трем березам, дорогу, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливо родиться, вот где мы нашли ту часть земли, которой годится, чтобы видеть ней предметы всей земли. Да, можно жить в грозу, в морозы, да, можно голодать и холодать, все пережить, но эти вот березы при жизни никому нельзя отдать. Да. А вот теперь стихотворение, которое я читал в своей деревне в 90-м году, когда ей исполнилось 100 лет. Она еще дышала, она еще была, сейчас ее нету. Бурьян, полынь и все. И вот тогда я всем деревенским, при том, где читал, на поляне, расстелили ерюшки, одеяло, сели, и вот так же выступали все мои земляки деревенские. И я вот это стихотворение тогда прочитал. Черновки, так и назвал его. Запах полыни, сладкий и горький, встретил меня в моей милой Черновке. Раскричалась птаха: чьи вы, и зачем вы тут? И чего вам надо, люди тут не живут. Милая птаха, не волнуйся, я свой. Мне нужна лишь Черновка и ее покой. Нет Черновки на свете, но в душе она здесь. И мы все ее дети, если душа в тебе есть. Как ветерок меня волнует, как каждый листик дорог мне. Больше, видимо, не будет меня вот в этой тишине. Здесь был дом, и пахло так травами. Здравствуйте, дядя Мирон и Евдокия Варламовна. От запаха трав захмелеть бы мог, и, конечно, устал и на куртку прилег. Ветка плена повисла надо мною слегка, над Черновкою низко плывут облака. Все было, быльем поросло, как сердце забилось, и нет уже слов. Так приятно усталость, хорошо здесь лежать. Ах, зачем я оставил тебя, Родина-мать? Так вот, когда я прочитал это стихотворение, а мне земляки говорят: Николай Григорьевич, вот ты Родина, Родина, а сам уехал в Тулу. Вы знаете, мне было стыдно перед ними, но у меня другого выхода не было, потому что я ушел в армию, прослужил 31 год, и потом мне в Туле квартиру дали. А Черновки-то не стало. Поэтому, как говорят, выбор тут не было. Ну, это лирический момент. А теперь наша деловая перспектива. Значит, друзья мои, вот что. 20 апреля этого года исполняется 75 лет, как была создана Тульская организация Общества знания России. Сейчас ее нет. Я по своей инициативе вот создал вот эту вот любительскую. Тут много говорить надо, с каким трудом ее пришлось одержать. Но дело в том, что давайте вспомним о ней. И в апреле месяце соберемся. И кто принимал участие в обществе знания, может быть, ветерана найдете. Поговорим, вспомним об этой чудеснейшей организации, хорошие традиции которой мы вот сейчас с вами сохраняем. Вот, это апрель месяц. Ну, в марте,
Ну, я не знаю, наверное, посвятить надо нашим женщинам замечательно. Только давайте так, нестандартно. Мы делаем все от души, нестандартно, так ведь? Поэтому вот продумаем, как лучше назвать тему, как это провести. И то же самое в апреле. Ну, а мы всегда собираемся в предпоследнюю среду каждого месяца. Во всяком случае, вот наша договоренность такая с музеем Белобородова. Я им благодарен, что они вот нас привечают. Лучше, я думаю, лучше в студии помещения, это нет. Самый лучший. Ну все. Николай Григорьевич, можно мне еще слово? Я еще раз представлю. Это Королькова Таня. Мы с ней дружим очень-очень давно. Может быть, не столько с ней, сколько дружили с ее папой, Корольковым Василием Никифоровичем, участником Великой Отечественной войны, которого, к сожалению, в живых сейчас уже нету. А вот мы с ней все еще дружим. Мы все дружим. Благодаря. Я вот сегодня хочу от вашего имени, от своего имени поздравить Николая Григорьевича за то, что он такой замечательный человек. Мы говорим, Родина – это люди. Вот Николай Григорьевич – это наши люди, те, которыми мы гордимся, которые несут свет, свет поэзии, свет музыки в общество. И вообще воспитывает наше подрастающее поколение. Он столько встреч проводит, столько мероприятий. И не только подрастающее поколение, но и нас уже, бабушек и дедушек, ну, кто-то еще тут у нас молодой, и тоже таких молодых привлекает. И все делает для того, чтобы наша Родина была краше, была лучше и лучше своими людьми. Можно вас поздравить с наступающим праздником от всех нас. Это там продукция Тульского края, Кимовского завода. Там есть Кимовского именно, Крымского, ну и Санкт-Петербурга, и Тулы. Ну и чай, как всегда, нужен, потому что мы в Туле, тульский чай. Спасибо вам большое за то, что вот сегодня я познакомилась, ну, с некоторыми уже давно знакома, но встречалась с такими замечательными людьми. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Спасибо. Вы как в гимне, вот, который огонь несет, согревает. Да, да, вот, сердце огонь. Памяти нашей плывем, будто мы снова на свете живем. Все расцветает, как будто вокруг, рядом с тобой самый лучший твой друг. Самый хороший, самый хороший, самый твой лучший друг. Самый хороший, самый хороший, самый твой лучший друг. Когда волны памяти нас навестят, сразу моложе становится взгляд. Память родная, ты нам так нужна, пусть снова и снова приходит она. Памяти нашей волна. Памяти нашей волна. Замечательных лет, многих людей с нами рядом уж нет. И с каждым днем все сильнее и сильнее мы вспоминаем родных и друзей. Самых хороших, самых хороших, самых надежных друзей. Самых хороших, самых хороших, самых надежных друзей.
с кинокомбинатом разводили воск. И грамм 100 на пол этой бетона мы добавляли лака, там грамм 100 на пол бетона. И потом берешь тряпки и после росписи, как расписали, покрываешь вот так. Она получается, скипидар улетучивается, и тонкий-тонкий слой остается восковой, который защищает роспись. Он от кисти, вот эти шероховатости, он заполняет, становится глянцевая, ровная поверхность. А здесь вот этого не наложено. Копоть туда входит, в эти поры, а воск защищает. Вот здесь защита такой. Мы клоновцы, данцы, молодцы. О, вспомним, как было недавно. Чугом, да в стороне было Чеченской. Дружно!